Начинаем наш вечер выступлением нашего дорогого барда Бориса Виноградова, который посвятил одну из своих песен широкоизвестному Сергею Ивановичу Маклакову, который после уже моего отъезда в эмиграцию взял в свои руки раскручивание Аркадия Дмитриевича Звезина, скобка Северного. И вот его фотография. Вот он. И песня ему посвящается. Не мыт, не причесан и не стрижен, стою у пивника на пятаке. Не знаю сам, на что сейчас обижен, и кружку чуть держу в своей руке. В театр не хожу, да ну их к Богу, вот здесь теперь проходит жизнь моя. Ну вы спросите корешка Серегу, он скажет вам, какой культурный я. Но вы спросите корешка Серегу, он скажет вам, какой культурный я. Однажды я ходил на день рождения, я ничего не подарил. Ну там я так налег на угощение, из-за стола шатаясь выходил. И к дому шел с самого порога, выписывал ногами вензеля. Ну вы спросите корешка Серегу, он скажет вам, какой не пьющий я. Ну вы спросите корешка Серегу, он скажет вам, какой не пьющий я. Меня на свадьбу как-то пригласили, а после мне знакомый рассказал, что все сидели чинно, мирно пили, лишь я один драку завязал. И выли бабы, как сигнал тревоги, посуда билась жалобно с меня. Ну вы спросите корешка Серегу, он скажет вам, какой спокойный я. Ну вы спросите корешка Серегу, он скажет вам, какой спокойный я. Мне говорят, что я дошел до ручки, что пью я с кем попало, что нашлось. Живу, мол, от аванса до получки, живу, надеясь только на авось. Что я давно иду не той дорогой, и гопники теперь мои друзья. Какой же гопник, корешок Серега? Хороший парень, так же, как и я. Какой же гопник, корешок Серега? Хороший парень, так же, как и я. Ну какой же гопник, корешок Серега? Хороший парень, так же, как и я. Долгое лето нашему дорогому Сергею Ивановичу Маклакову, который раскрутил не только Аркадия Дмитриевича Северного, но и Розенбаума, который прошел той же дорогой раскручивания, как и Аркадий Дмитриевич. Так что он должен быть благодарен ему. Он, конечно, благодарен, но не будь Сергея Ивановича Маклакова, не было бы никакого Розенбаума. Вот так.